В столицу республики сегодня с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Первым делом полпред ознакомился с работой по предоставлению бесплатного гектара через многофункциональный центр «Мои документы» в Якутии. На сегодняшний день в республике по гектару принято почти 6 тысяч заявок. Это 1/3 от общего числа всех обращений по стране. Всего по России по состоянию на 14 ноября подано 15 900 заявлений. Юрий Трутнев заявил, так как Якутия является лидером по работе с гектаром, в первом квартале следующего года пройдет совет глав регионов по работе проекта на примере республики. Также Трутнев сегодня посетит Тасыр Кангаласы, круглогодичную теплицу Саюри, и примет участие в совещании по развитию транспортной инфраструктуры региона.